Вячеслав, почему 15-й номер? Об этом еще не было ни разу сказано. Если честно, просто какой был свободный такой взял, даже не задумывался. Ну, в общем, можно дальше ничего не спрашивать. Припечатываем ее. Три, две, одна. Готово. Почти как микроволновка. Посмотрим, как справится Йордан с этой непростой задачей. Напомним, Йордан выбрал 4-й игровой номер. Эта цифра красовалась на протяжении долгих лет на спине Доминика Кришета. И Йордан уже несколько раз сказал, что постарается оправдать тот высокий уровень, который итальянец на протяжении многих сезонов демонстрировал в клубе под этим номером. Слава, что скажешь? Справится ли Ассорио с этой непростой задачей? Это не должен справиться. А ты? Ну ладно, просто посмотрим. Нужно добить ее, чтобы наверняка.